США обвинили РФ в кибератаках с помощью НАТПТИ. Американские власти обвинили Россию в создании вируса НАТПТИ, который атаковал компьютеры в Украине и ряде других стран в июне 2017 года. Власти США обвинили Россию в кибератаках в июне 2017 года, совершенных с помощью вируса НАТПТИ, сообщает пресс-служба Белого дома. В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории, говорится в сообщении. Отмечается, что атака нанесла ущерб в миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке. В Белом доме утверждают, что вирус якобы стал частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте. В Вашингтоне подчеркнули, что на атаку последует международный ответ США. Волна кибератак из РФ может затронуть Украину. Напомним, ранее Великобритания и Дания официально обвинили Россию в кибератаке вирусом-вымогателем НАТПТИ, поразившим 64 государства, среди которых больше всего пострадала Украина. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.